Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного. Приложение для поиска краткосрочных уальных отношений Tinder не выполняет свою функцию. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета науки и технологии, NTNU, пишет Erika Lerøth. Пользователи Tinder и ему подобных приложений более открыты для краткосрочных, случайных уальных отношений, но это не означает, что у них больше половых партнеров, утверждает доцент кафедры психологии NTNU Монс Бидикен, проанализировав активность в соцсетях и уальное поведение 641 испытуемого. Ученый пришел к выводу, что приложения просто стали новым способом встретиться. Люди используют приложения для знакомств вместо, либо как дополнительный инструмент, поиска партнера в реальности, и конечный результат примерно такой же. В сентябре 2017 года эксперты Британской стоматологической ассоциации назвали главную опасность онлайн-приложений для знакомств, которая напрямую угрожает здоровью и жизни пользователей. По их утверждению, Tinder провоцирует пользователей на случайные половые связи, в частности занятия незащищенным оральным ом. Последнее является одним из основных путей распространения папилломавирусов человека. Tinder, запущенное в 2012 году американское приложение, позволяющее по геолокации искать новых знакомых. Основные действия в нем – это так называемые свайпы, проведение пальцем в горизонтальном направлении. Свайп вправо обозначает симпатию пользователю. Больше ада и странных новостей в TELEGRAM канале, лента дна. Подпишись, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.